Какую тактику ты выбирал на последний бой? Ну, тут трудно сказать, на самом деле. Весь бой складывался довольно-таки тяжело. Сначала я постарался его поддавливать и делал атакующие действия. Потом начал встречать и контратакующие. Ну, я был готов к этому бою, построил его правильно, и результат налицо, выиграл. Прежде ты уже встречался с Константином и 5 раз его победил. Ты уже знал, какие приемы нужно применять против него? Ну, на самом деле, последний мой бой я проиграл. Это было на этапе Кубка мира по юниорам. Так что это для меня был не совсем приятный соперник, но все сложилось удачно. Ты занимаешь 10-е место в рейтинге. Как ты оцениваешь свои силы на этом чемпионате России? Ну, наверное, готов быть в тройке, ну а там дальше как судьба сложится. На последних всероссийских соревнованиях ты 2 раза занимал 2-е место. Не боишься, что сегодня может сложиться точно так же? То есть чего-то не хватит? Нет, я совсем этого не боюсь. Надеюсь, я сделал работу над ошибками и сегодня это все реализую. Не очень хорошо все складывается для тебя на мировых соревнованиях тоже. С чем это связываешь? Ну, я не так бы и сказал, что совсем плохо. Во-первых, я 2-й год только начал ездить по взрослым соревнованиям. И по сравнению с прошлым годом, в этот раз намного лучше. Уже 3 раза в 64 попал. То есть результат налицо. Дальше будем работать с главным тренером.